Пусть наши дети учатся жить в мире, где мы помогаем друг другу. Под таким девизом работает волонтерский центр «Радость моя». За 12 лет благодаря их стараниям сотни семей подготовились к Дню знаний. На этот раз мы делаем основной акцент на город Саров, потому что последние годы мы всегда помогали Дивеевскому району. В этот раз мы стеснены в средствах и очень затруднен сбор средств. Поэтому вот пока до сих пор не решен вопрос с нашим очным сбором средств в торговых центрах, у нас уже запущена электронная платформа. На платформу «Я соберу», там можно, кажется, сделать свое пожертвование. В прошлом году помощь оказали 460 ребятам. В этом году пока зарегистрировано 420 детей. Организаторы надеются, что акция «С миру по листочку» вновь найдет среди горожан большой отклик. Помочь можно не только деньгами. На гуманитарном складе принимают детскую одежду, обувь, школьные принадлежности и канцелярские товары. Сейчас у нас, самая такая дорогая позиция – это общие тетради для старшеклассников. Просто хочется, у них не очень разнообразный набор, у маленьких там больше всяких школьных принадлежностей, у старшеклассников все лаконично, но вот хочется дать им достаточно много этих общих тетрадей. Поэтому, если будет такое желание помочь, пожалуйста, общие тетради, но желательно, с таким оформлением, чтобы можно было дать как мальчику, так и девочке. Список семей, которым требуется поддержка, составляет Центр социальной помощи семье и детям. Если вы хотите принять участие в сборе и помочь нуждающимся, приносите вещи на гуманитарный склад по адресу улица Пушкина, 24А. Более подробную информацию об акции можно посмотреть в группе ВКонтакте «Саровский центр волонтеров. Радость моя». Ирина Вышегородцева, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей «Саров-24».